Разгневанная молодежь, слезоточивый газ и полиция. За последние недели эти картины все чаще можно увидеть в Восточной Европе. За беспорядками 13 января в Болгарии последовали беспорядки в столице Латвии. А в пятницу слезоточивый газ пришлось применить в Литве. В Греции, где 2 недели декабрьских протестов привели к перестановкам в правительстве, уличные демонстрации прошли под предводительством молодежи. Она разгневана устаревшими системами, которые, по их словам, не дают возможности развиваться. Наконец, с них довольны. Они не хотят смириться и отмалчиваться, что так свойственно нашему старшему поколению и унаследовано им с советских времен. В Латвии в этом месяце резко снизилось количество рабочих мест. По словам некоторых экспертов, социальная озабоченность может способствовать тому, что молодежь будет присоединяться к экстремистским группировкам. Эксперты также утверждают, в то время как регион погружается в финансовый кризис, в ближайшие месяцы насилие будет расти.